Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь, и это 13-й уже выпуск нашей рубрики Форт ФИФА, и это последний сезон, сезон Тотти. Итак, сегодня, наверное, вы уже поняли по превьюшке и по названию, нам, скорее всего, выпадет Нголо Канте, потому что нам осталось поймать всего лишь одного француза, и мы получим Тотти карточку Нголо Канте. Осталось также 14 еще игроков из итальянской лиги, мы получим Криштиану Роналду, и 37 осталось бельгийцев, мы получим Кевина Де Брюйне. Ну и осталось очень много, 77 игроков из французской лиги 1. Мы получим Кильяна Мбаппе. Повезло нам в прошлом выпуске, что нам выпал сразу Варан. Потому что нам не стоило бы собирать ачивки выполнять, так что у нас есть сразу уже игрок с карточкой Тотти. Ну что же, сегодня, как и всегда, мы начинаем с открытия 5 золотых игроков. Первый золотой игрок. Нет. Друзья, и вот Реми Кабелла стал 60-м игроком французской национальности, и теперь у нас в команде есть Нголо Канте. Нет. И последний, 5-й игрок. Нет. Ну что же, друзья, уже 6-я Тотти карточка в нашем составе. Мы поймали 60-го игрока французской национальности, теперь у нас Нголо Канте 96 в составе. Осталось нам буквально по позициям, это 3 игрока. Марсело, Дехея и Лука Модрич. Но все-таки Модрич станет вот сюда вот вместо Де Брюйне, так поинтереснее будет. Ну что же, а пока что переходим к первой игре Fortnite. Итак, занял я 31 место, пережил 69 соперников и за это получаю 35 золотых игроков. Итак, друзья, 35 золотых игроков, еще 5 сверху специальных за одно убийство. Ну что ж, поехали. Первый золотой игрок. Нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что же, а теперь переходим к 5 специальным игрокам. Нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, немного нам буквально осталось до Криштиану Роналду. 9 игроков из итальянской лиги. 36 бельгийцев для Кевина Де Брюйне и 73 игрока из французской лиги. Тогда мы получим Кильяна Мбаппе. Ну а пока что мы переходим ко второй игре Fortnite. Итак, занял я 35 место, пережил 65 соперников и за это получаю 33 золотых игрока. Ну и напоследок 33 золотых игрока. Будем добивать, пожалуй, Криштиану Роналду, ему быстрее получить ачивку. Нет. К сожалению, нет. Нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, чтобы кнопочка горела не красным, а серым, также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ну и можно поставить лайк за то, что нам выпал наконец-то, мы дособирали ачивку Нголо Канте, и теперь у нас его карточка 96. С вами был Андрей и канал Футбол это жизнь, до новых встреч, друзья, до свидания.